В начале лета этого года на территории Магаданской области возникло большое количество природных пожаров. Еще 22 июля на труднодоступной территории продолжали действовать 6 лесных пожаров. Однако сейчас в регионе не зарегистрировано ни одного масштабного возгорания. Всего с начала пожароопасного периода 2021 года в регионе возникло 90 стихийных возгораний. Для их тушения привлекли 1700 человек и 261 единицу техники. Распространение и локализацию очагов отслеживали с помощью наземной, авиационной и космических видов мониторинга. Чтобы повысить результативность тушения, в этом году впервые был задействован комплекс, в который входит 2 специальных беспилотных авиационных аппарата. При пожаре данные устройства используют в нескольких целях. Первое – это разведка. Такой подход позволяет не только обнаружить основные очаги горения, но и найти людей, даже в условиях плохой видимости, благодаря тепловизору. И второе – это тушение. Аппарат оснащен запасом огнетушащего вещества, ликвидируя пламя на месте.